Посмотрели саженцы ваших детей. Это другое письмо. Но там мне оказалось персиковые черешни. Ну, персики. Я ему, Сережа, он мог их 1000 вырастить. Вот. В прошлом году он только веник черенков персиков выкинул. Не успевает ничего. Вот чем беда-то. Вот. Когда двое младенцев. И вот результат. Теперь вы оказались без персика. А черешни особый разговор. Сейчас не будем о ней. Будем ждать ваших косточек. Это мне уже обращаются. Упорно сажать ежегодно, проводить эксперименты, записывать все наблюдения. Молодцы. Посмотрели сына видео школьной сады и улыбнулась, что это наша мечта, хоть и школа у нас маленькая, но есть такая цель тоже. Сначала испробуем на своем участке. Внимание, что я выделил. Сын в будущем хочет поступать в сельскохозяйственное и быть ученым. Проводить свои... Заметьте, что такое школа железа? Он уже испорчен. Все. Ведь обычно как человек, который окончил сельхозвуз, от него толку уже в этом... Ну, для науки уже не будет. Знаете, почему для науки? Вот я сейчас зацепился за эту фразу. А он испорчен чем? Смотрите. Что тут написала дама? Отойти от стандартного садоводства. Огород и сад без химикатов. Случайно увидел информацию. Дело-то в чем, друзья мои. Что делается в научных садах? Садится, выращивается нормально, а мы потом будем проходить. А там будет все, что хотите. Мы копнули, а с греля начал. И вы за голову схватитесь, а потом после греля все это тысячекратно было, как каждый год статьи, книги, фильмы, ну, фильмы последние тысячелетия. Предпоследнее. И все это. И это нет, будем улучшать корни, будем отрезать их. Что ты будешь делать? И как пошло от греля, дошло до 20. А потом, когда изувечены корни и крона, получается, как в том самом, как он это сам, сейчас скажу. Это одно время была очень известная юмореска, как жалуется там дама. На тот, и кончается каждый его абзац словами. Наверное, что-то не то съела. И опять там у нее то болит, то болит, то... Наверное, что-то не то съела. То болит, то болит, то болит, то бренькает, тут звонькает, то тут заклинит. И опять не то съела. А весь народ хохочет. А здесь-то что? Изувесить саженцы, посадить на постоянное место и все продолжать калечить. Одна из крупнейших садоводов, это я вот отвечаю на это, тоже опять крик души, одни из крупнейших садоводов, дама, из такой династической знаменитой фамилии. Нет, вот возьмем вот это самое, вокруг взрослого дерева, достаточно взрослого, канаву полметра выкопаем, корни обрубим, закопаем. Боженьки ты мой, а потом говорят, 30 градусов, все дохнет, 30 градусов, все дохнет. И вот вдруг, когда я вдруг увидел, что получает, а там сын хочет поступать, а он уже испорчен, он уже это, отойдет, вот это не я, это она написала, отойти от стандартного садоводства. Да, конечно, все получится. Сотню, две, лучше 1000 косточек, на следующий год сотню, две этих черенков, все, автоматом все. Это настолько все быстро случится. Ну почему при институтах этим не занимается? Такое впечатление, что когда-то руки опустили, смотрят, у них все дохнет. А что, да как студента научишь? Не успели посадить, уже померло, не успели посадить. Вот они и учатся по учебникам. А потом на практику. А приехал на практику. Вот. А ему тяпку в руки. Вот и вся практика. Сегодня уж такой день разговорился.